Все, как тебе, надо работать. Не пожалуйста.
Ну,
кодирование. Лучше было поехать, чем дальше идти.
Проездной. Я оторву уже. Так, доставай. Ёлки-палки, ну... Ай. Добрый день, девушка. Добрый день. А, ну здравствуйте, мужики. Добрый. Добрый. Вам здравствуйте. Ну ладно, я уж халяват, ладно. Занимайте там, где там. Не-не-не, вот тут сюда лезь. Там ноги до бороды. Коляна, гуманисты, а? Да ты не вылезу, я кстати. Ну, здорово. Ой, у вас это я. Только видеокамера есть. А этого вот нету, вот этого вот. Вот. Так что автобус не действительно. Начинаю. О, только этим. Жидкою валютою. Правильно, я с вами согласен. А его что достать? И по жизни чопу не было. Тут аж бурлить ушло. Я тебе такой лимузин заказал. Лимузин это я тебе заказал. Это я тебе заказал. Я по утранке на ём кайфовал. Вот он тоже был. Спал. Вот он был. Да. Этот? Да.
И тем более вот там я сидел, где молодые. Ну, сейчас сядешь. Там так хорошо мне было, я сразу и ушел. Сейчас сделаем, хочешь? Я пока не надо. Так, этот разгильдяя, внимание, там. А деньги в полионе. Ну, мы любят все так. Thank you.
Видишь, как мне являлось, сколько мест освободилось у тебя. Ну что, езди туда, куда я тебя отправлял. Еще упал ед. Обещать. Не. Это что обещает? Но. Дикая баба.
Это был хрипер? Ну, друг такой.
Да, то есть на подработку приходили тоже такие великоватые мужики, старые, не буду уже сейчас там на водку, а теперь уже подруг будет устраивать. Ну и что? И фото вот это. Скоро не надо. О, так что вы мне должны. И тут опять я, да. Все удобства. Ну, по-любому вам дома. Не, у меня билет есть. Не, ну по-любому вам дома обидится. Короче, как у Шеликов, Саша, который от горы приходил ее все на свадьбу один приходил. Тоже взял долгу. В этот момент там случилось не часть, но и того. Работа здесь, люди, я рад, что я с вами. Привет, Милан.